Здравствуйте, уважаемые зрители. Там не обращайте внимания, мой коврик для фитнеса лежит. Это Птичкина вода, пока он не научился еще пить. Это его там сухие зернышки раздолбанные. Вот сама птичка, которая слетела вот отсюда, со своей резиденции. Мы там сидим и дербаним проса. Что он там дальше делает, я вам покажу. А пока скажу, зачем он сюда пришел. Он теперь уже выучил, эти прищепки мешают. Когда вешала сегодня вещи, птичка удалялась из комнаты. Он сейчас сел прямо на телефон. И я открывала окно, чтобы вот туда за окно на веревке повесить вещи постиранные. Он прилетает сюда, садится. Ты что, видео хочешь выключить? Типа не снимайте меня папарацци, но ты в кадр не попадаешь. Вот, сюда садится и типа, мол, давайте жрать. Вот. А, слушайте, люди, он видит свой шприц в экране и клюет его. Птич, так он не здесь. Смотри. А, видишь? А, в натуре он. Видишь? Ну, садись сюда. Выгрызает там, где засохло по краям. Садись, я тебе там сейчас корм. Птич, я же не могу одновременно снимать, одновременно тебя кормить. У меня не получится так. Придется тебе сесть куда-то. Хочешь на баночку эту садись. Не устроит тебя это? Птиченька, давай как-то сядем. Давай вот сюда на стул садись, я буду со стула тебя кормить. Птичулька. Люди, я хотела показать, как ты приходишь кушать. Ну, вот такие сейчас большие, крутые птички, которые способны, вон, видите, каменюки жрать. Вот, такие у нас забавочки. Ну, крутизна. Крутизна. Он сидит, когда вот здесь, в своей резиденции, как я это называю, иногда начинает пищать, общение требует. Не просто покушать ему надо идти, а пообщаться. Вот у него вот эта просиная его сиделка. Он ее дергает, вот так клюванчик свой чистит и попутно клюет. Эти зернышки оттуда выкусывает. Опять сел на телефон. Сегодня он сидел вот здесь, прямо в кукушкиных перьях. Кто не знает, у нас жил петушок по имени Феникс. Вот на память о нем остались у нас перышки. И вот сегодня это мелкое безобразничание, вот это мелкое баловство вот там внутри сидело. Так, птиченька, давай мы как-то будем кушать культурно. Если я тебя буду кормить на телефоне, то никто не увидит, как ты кушаешь. Тебе все равно, конечно, но все-таки, птичь, давай как-то зрителей уважим. Правильно, какашку. Хорошо на ногу мне попал. Быстро можно убрать. Как будем кушать? Люди, он ест сидя на телефоне. Прямо тут беги за другим. За другим телефоном снимает эту птичку. Давай садись ко мне на руку. Будем показывать. Так, подождите, лучше кадр попал. Давай, волчара, кидайся. Кидайся, волчара. Птичуля, ты мне вот весь сюжетный ход нарушил. Хотела показать, как ты прилетаешь, а ты упорно садишься на телефон. Еще и клюешь шприц, который на экране там, а не который вот такой вот здесь. Ну, опять из кадра вышел. Это вот как режиссеры, когда рассказывают, как трудно снять животных, верьте им. Это нелегко. Печенька, давай опять на левую руку сядь. Я его обычно левой рукой кормлю, он привык. А тут в кадр не попадает волчара это. Давай, крыси. Ну, птенчачью кашку мы очень любим. Вообще он
как я уже сказала, свое там просеное вот это зерно грызет, выковыривает из этого колоска. Вот. Чуля. О, полетел опять, полетел. Там будешь кушать? Или ты немножко кашкой подзаправился и пошел просом догоняться? Уже все поняли. Видите, он специально отворачивается. Опять сел на телефон. Птиченька. Ну, вы, конечно, извините, я его докормлю. Пускай сидит на телефоне. Ну вот, там вот, куда я сейчас показываю, у нас... Давай, а то капать будет. У нас резиденция. И мы вот или сидим вот здесь на просеном побеге, или вот. Сейчас у него во рту просеное зернышко, еще он его кашей заедает. Воду пить пока не научился, да. Вот, вот там на побегах, вот на этих ветках можем сидеть, даже на тоненьких вот здесь. Вот, и сидеть дремать можем. Все, наелся? Птиченька, все, не хочет больше. Ну тогда я тебя сейчас на ручки возьму. Иди в кадр, иди. Вот. И можем там на веточках дремать, можем оттуда, если подойдешь, он слышно чирикает, требует общения. Он может сесть на голову, на плечо может сесть, на грудь пытается садиться, на руку, если видит, ты руку поднимаешь. Я вот, интересно, делала свою зарядку. Тут этот вот безобразник, сидя наверху на картине, прилетел и мне на руку сел. И все, говорит, зарядка окончена. Так. Так что вот так эта птичка живет. Использует эту комнату как вольер. Да, в комнату он тоже на компьютере там сидит, но он сам туда не летает, хотя оттуда вылетает свободно, поворачивает в нужной ему траектории. То есть он, в принципе, полет более или менее освоил, но не освоил еще пока поедание сухой пищи и питье воды. Вот. У кого какие мнения о том, какой вид этой птицы, пишите. Склоняетесь ли вы к тому, вот прям хоть голосование устраивай, кто это, воробей, чижик или еще кто-то. О, все, мы поели, теперь будем спать. Всегда поест, и вот так его в сон клонит. Ну или там у себя в резиденции он на веточке. Или прям на руках, тоже неплохо. Сейчас мы еще головку под крылышко спрячем, совсем хорошо будет. Так, кошечка? Ну все. У меня пока все. Если что-то еще будет, я сообщу. Не примину. Сегодня утром даже гулять не ходила. Дождь был. Зато с птичкой потусовались. Все, спим. Спим. Всем пока. Ну, скажи пока. Все, говорит, идите, я сплю. В другой раз заходите. Всем пока, увидимся. Спасибо за внимание.